Республику Кубу представляет Росмайнер Соединенные Штаты Америки. Please welcome Ross Miner, the United States of America. $70 – это вот раздел в короткой программе, который отделяет первых 13 человек от всех остальных. И нижнюю, 13-ю строчку в этом списке занимает американец Росс Майнер. Там три американца идут практически вровень, так что сейчас начинает свое выступление первый из них. Оригинальная постановка. С дорожки начинает свою произвольную программу. Американец. Тройной акцент, двойной клуб. Очень уверенно исполнил. Крайний луз, крайний тулуб. Второй тройной акцент, хорошо. Сальто, двойной тулуп, двойной тулуп. Хорошие качественные прыжки демонстрируют. Вообще вот эти два молодых американца, Майнер и Дорнбуш, которые вытеснили из команды Эббота и же с ним Адама Риппена, Брэндона Мроза, они показывают, что вполне возможно пришли всерьез и надолго, особенно учитывая, что они совсем еще молоды.
Да, действительно, хорошее выступление. Несмотря на то, что произошло с ним некое казусное приключение в гостинице перед началом чемпионата мира, о чем вчера поведал публике Росмайнер, он сказал, что после того, как в его номере в гостинице убрались, он не обнаружил своих коньков и некоторое время провел без коньков. Но потом сказал, что вроде бы удалось ему коньки вернуть. Как сказал, уборщица сделала несколько прыжков, после чего вернула ему коньки. Уж я не знаю, придумал ли он относительно прыжков и уборщицу. Ну, мне сложно представить. Что... Ну, для спортсмена коньки – это вся его жизнь. Ну вот, тем не менее, справился и с волнением, и вот с этим инцидентом Росмайнер.